занимается каждый день во дворце творчества учащихся до 20.00, от 500 до 1200 детей в разных коллективах. И они с родителями все это время проходят, выходят и так далее. Это несет очень большую опасность. Мы надеемся на то, что операционный суд поправит ситуацию в этом вопросе. По крайней мере, в одном из городов Украины такое решение принято. Я вчера видел это. Я не думаю, что это такой уж камень преткновения. Безопасность, как наша, дороже всего на свете.